Сотрудники крымской таможни не дали вывести за пределы республики незадекларированную валюту. Гражданин Украины перевозил в машине 10 тысяч долларов США, 33 тысячи украинских гривен и 20 тысяч российских рублей и собирался пересечь границу, не оформив деньги. Сам мужчина объяснил, что не задекларировал денежные средства, потому что не знал, что это обязательная процедура. Таможенники зафиксировали правонарушение и изъяли все деньги, кроме разрешенных 10 тысяч долларов, которые можно перевозить без декларирования. По факту незаконного перемещения валюты крымская таможня проводит административное расследование.